Damn. Всем привет, с вами Эд, и мы находимся в тренажерном зале Respect Fit. И сегодня я хотел бы вам показать несколько упражнений на прокачку рук, которые я считаю эффективными, или же которым я просто даю предпочтение. Руки лучше качать вместе, то есть в одну тренировку, так лучше будет кровеносное насыщение, ну и в принципе драйва побольше. Первое упражнение, которое я сейчас продемонстрирую, называется 21. Шикарное упражнение, делается в разных точках амплитуды бицепса, так что вы сможете задействовать все волокна. Поехали. Упражнение выполняется, как я уже сказал, в трех фазовых амплитудах. То есть сначала мы делаем в верхней амплитуде, затем мы делаем в нижней амплитуде и затем мы делаем в полуамплитуде. Название 21, оно приобретенное от того, что мы делаем по 7 повторений в каждой точке амплитуды. Хват у вас может быть как широкий, так и узкий, в зависимости на который из головок, то есть внешний или внутренний бицепса, вы хотите сакцентировать свое внимание. Поехали. Достаточно сделать 3-4 подхода. Повторение, как вы уже поняли, будет 21 в каждом подходе. Я считаю, это одно из упражнений, с которых надо начинать, потому что очень хорошо задействует весь бицепс, после которого вы можете уже делать последующие упражнения либо на пиковое сокращение, либо на внешнюю или внутреннюю головку, или на брахиале. Второе упражнение на бицепс, которое я хотел бы продемонстрировать, это концентрированный изгиб. Делается упражнение поочередно на каждую руку. Неспроста называется концентрированным, потому что вы должны здесь очень внимательно отдавать предпочтение своей технике, нежели рабочему весу. То есть в верхней точке мы концентрируем нагрузку, делаем небольшую паузу и разгибаем до конца. Вниз мы не бросаем, то есть в негативной фазе мы должны очень четко следить, чтобы напряжение не терялось. Делаем по 3-4 подхода, по 8-12 повторений, диапазон примерно такой, опять же, каждому человеку по-разному. Это упражнение больше сконцентрировано уже на пик, то есть неспроста мы делаем пиковое сокращение вверху. Поехали. Также это упражнение можно выполнять в положении стоя, но это для людей, которые более уже, скажем, поопытнее, потому что здесь нужно очень четко чувствовать технику движения, то есть вы должны контролировать каждую фазу, как позитивную, так и негативную. С бицепсом закончили, переходим к трицепсу. Трицепс уже, как всем известно, мышца, которая отвечает за разгибание руки, поэтому во всех упражнениях на трицепс мы должны изолировать движение руки от плеча до локтя. То есть в основном у вас должна работать от плеча лучевая часть руки. В данном упражнении разгибания каната мы будем разогревать трицепс перед базовыми упражнениями. Это упражнение больше изоляционное, поэтому с него я предпочитаю начинать. Делаем тоже 3-4 подхода с диапазоном 12-15 повторений, можно и меньше, опять же говорю, каждый человек решает сам. Также есть множество вариаций выполнения этого упражнения, то есть мы можем делать больше на сконцентрировать внимание на латеральной части головки трицепса или же на длинной головке. Для этого мы должны взять канат повыше и разгибать его вертикально вниз без разведений в сторону. Опять же, это нужно менять в течение тренировочного процесса, варьировать хват разный. Сейчас я продемонстрирую, как это делается на длинную головку трицепса. Так как мы размялись уже на канате, можем приступать к более базовому упражнению, которое называется разгибание гантелей за головой. Упражнение простое. Здесь главное держать ту часть, где находится трицепс неподвижный. Опускаем под углом 90 градусов руку за голову и разгибаем ее так, чтобы тоже локоть у нас не изменялся в положении. Делаем тоже 3-4 подхода в диапазоне от 8 до 12 повторений. В негативной фазе, то есть когда мы опускаем руку на вдохе, мы чуть-чуть замедляем движение. И когда мы разгибаем на выдохе, движение чуть быстрее. То есть негативная фаза должна быть где-то на секунду дольше. Вот я продемонстрировал 4 упражнения на прокачку бицепса и трицепса, которые я считаю самыми эффективными. Это была тренировка рук. Всем удачного кача. Пока.